друзья, ну что, мы сами готовимся к началу матча от Лока ЦСКА. Сегодня у нас очень активный матч, да и много всего мы для вас приготовили. Франсуа Каману и Даня Куликов. Они сегодня у нас в большом шатре, вы с ними можете сфотографироваться и взять автограф. Отлично. Давай, выходи, пойдем к нам. 13, 14, и упади за центр. Анна Галыча! Женская футбольная команда «Лока» в прошлом году выиграла в России все, что можно. Во всех турнирах они стали сильнейшими. Это чемпионат России, кубок и суперкубок. Главный приз. Два билета в сектор VIP на домашний матч с «Спартаком». Правильный ответ. 1-1. Ваши призы доставят прямо к вашим местам. Спасибо за участие. Ну, мне кажется, по уровню мастерства команды равны, но, как правило, наверное, настрой. Вот на сегодня первые там 15 минут видно, что «Локомотив», мне кажется, больше хочет показать свою игру. Игра напряженная и интересная, потому что «Локомотив», я думаю, после победы тяжелый над «Химками», хочет перед своими болельщиками показать хорошую, интересную и хорошую игру с именитым соперником. «Локомотив» мы всегда верим и ждем от него улучшения